Горный клуб Mountain Geeks Международного университета информационных технологий принял участие в ярмарке организации, которая состоялась 20 сентября 2024 года. Ребята стабильно проводят по 2-3 похода в месяц. Всего за прошлый год их было около 24. Собрания обычно состоят из вводных лекций о технике безопасности, актуальных новостях и намеченных планах на неделю. Ведется строгий учет посещаемости, по которой после оценивается активность участников. У нас есть отделы гидов, SMM и, конечно же, HR. Наш клуб занимается популяризацией горного туризма, скалолазания, альпинизма. И, конечно же, не стоит забывать про отдых от учебы. Все мы устаем. Горное сообщество Mountain Kings блестяще проявило себя на ярмарке. К началу мероприятия комьюнити состояло всего из 50 участников. А уже к концу ивента к телеграм-каналу клуба присоединилось более 200 человек, инстаграм-аккаунт набрал 100 новых подписчиков, а 140 энтузиастов заполнили анкеты для вступления в организацию.